При установке лифта, без команды поехали, был включен лифт, и у человека рука осталась, соответственно, на улице, так скажем, а да, сам корпус в лифте. Соответственно, из сустава была рука вырвана. Слава богу, руку спасли, но ну, как бы, тяжкий вред здоровью никуда не денешь. Uh -huh. а был осужден прямо инженер, главный инженер, который вот не проследил, не провел мер, соответствующий ряд мер, чтобы граждане определенной команде э, давали команду поехали и лифт соответственно там спускался очевидно техника Да, была то есть момент. был привлечен человеку к уголовной ответственности на основании приговора мы обратились в суд и сумму которую мы попросили за тяжкий вред здоровья 800 тысяч рублей вот суд удовлетворил 800 тысяч рублей ни копейкой больше вот как попросили так и дал и при этом чем мы руководствуемся то есть мы цифры берем не просто потому, что нам захотелось взять деньги с работодателя. Мы, назначая какую-то сумму определенную, все равно объясняем гражданам, что сумма должна быть разумная, что у нас есть судебная практика определенная. Тяжкий вред здоровью – это порядка 800, от 800 до миллиона, иногда бывает выше. А, ну, там в зависимости от обстоятельств и так далее. То есть вот у меня такая практика. Ну, главное тоже, да, главное найти э, вот этот документ, закрывающий, обрести обязательно, либо это будет акт Н1, либо это будет приговор.